подозреваемая в убийстве 9-летней Софии Жаворонковой останется под арестом до 18 марта. Такое решение вынес суд. Ходатайство следствия рассматривалось в отсутствии Ланской. 40-летняя женщина находится в психиатрической больнице в Москве, где и проводится стационарно-судебная психиатрическая экспертиза. Потерпевшая не изъявила желания присутствовать в судебном заседании. Обвиняемая, по словам следователя, признала свою вину в инкриминируемом деянии и дала признательные показания, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Прокурор ходатайство поддержал, защитник возражал, поскольку Ланская имеет заболевание и нуждается в медицинской помощи. Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения. 30-я школа горела в Череповце. Сигнал о происшествии поступил накануне в 12:29. На место прибыли 10 единиц спасательной техники, а также подразделения Росгвардии, полиции и скорая помощь. По прибытию наблюдалось открытое горение на 2-м этаже одного из кабинетов. В момент прибытия пожарных все люди из здания были уже эвакуированы. Это 600 детей и 62 сотрудника. Очаг возгорания располагался в кабинете истории номер 18. Причина – электротехническое замыкание люминесцентного светильника, сообщили в Центре по защите населения от ЧС. В то время, когда вспыхнуло пламя, 9-й Б ждал в кабинете начала тренировочного собеседования по русскому языку. Оно является допуском к ЕГЭ. Ребята не пострадали. Открытый огонь спасатели полностью ликвидировали в 13:18. К этому моменту он успел повредить мебель и отделку помещений на площади 15 квадратных метров. Сейчас в школе подсчитывается ущерб. Около 300 различных нарушений выявили сотрудники полиции Череповца в ходе мероприятия под названием «Улица». Задача рейда – профилактика и пресечение уличных преступлений. Сотрудники полиции проверяли места концентрации антиобщественного элемента, несовершеннолетних, мест массового пребывания граждан, криминогенные места, а также места проживания лиц, состоящих на профилактических учетах в МВД. Особое внимание полицейские уделили распитию спиртных напитков в общественных местах. Пресечено 17 фактов распития алкоголя, а именно во дворовых территориях, городских парках и скверах.